Анапские ребята весь год активно участвуют в конкурсах, заботятся о птицах, животных и растениях заповедника Утриш. Рисуют обитателей заповедника, ведут орнитологические наблюдения и даже сочиняют сказки, которые когда-нибудь пригодятся для экскурсий на Утрише. Анна Загричук с удовольствием принимает участие во всех мероприятиях. Она написала картину и научно-исследовательскую работу по выживанию можжевельника после пересадки в условиях городской среды. Девушка знает все полезные свойства этого уникального фитонцида. Она ухаживает за деревьями и в парке «Ореховая роща». Мне много всяких разных конкурсов нравится, и я буду продолжать, чтобы будущее, может, поможет, и надо задумываться. Будем учиться и пробовать. Работы победителей отправят дальше на конкурс в Москву.